Так, всем привет, кто присоединяется, как меня видно, как меня слышно, дайте мне, пожалуйста, знать, плюсики в комментариях, либо из какого вы города, напишите. Ох, чтобы понять, меня видно или слышно. Я пока параллельно открываю программу, то, что я с парфюмерами утверждала. Так, отправлены тут, тут. Угу, отлично, супер. Сейчас дайте мне секундочку. Как у вас вообще погода за окном? Сколько у кого градусов? А у меня много градусов, наверное, 15. Вот, так, все. Значит, тык-тык-тык. А, значит, про парфюмерный тур в Грасс. Что хотела рассказать? О том, что, во-первых, как вообще родилась идея этого мероприятия. Для тех, кто знает или не знает, я уже, получается, 2 с лишним года, около 3 лет, 2,5 года живу во Франции. До этого жила в Версале в Париже, когда была на обучении в ИСИПКО, и потом, соответственно, переехала в Грасс, там дозавершать обучение, там длилось 7 месяцев, и после этого поехала в Канны, настолько влюбилась в это место на Лазурном берегу, что решила остаться, вот, и пока что здесь тоже пребываю. Не скажу, что, может быть, это финальная точка моего путешествия, возможно, оно куда-то дальше продолжится, но пока мне здесь хорошо, и мне здесь нравится. Вот, что касается вот Грасса и этого парфюмерного тура, до этого все время, когда я была в Грассе, так или иначе слышала от своих подписчиков, от своих учеников вопросы, типа: Валерия, там круто, вы там все рассказываете, на поля ездите, хотелось бы с вами, хотелось бы тоже что-то пройти и, в общем-то, в этом во всем как-то поучаствовать. Вот, я сначала это не особо принимала во внимание, комментарии, потому что, ну, блин, я не скажу, что я суперорганизатор мероприятий, хотя у меня это эффективно получается делать в плане организовать людей, но я понимала, что это огромная ответственность и большой пласт работы. И какое-то время назад у меня просто это не укладывалось в мое расписание и в целом в то, что из этого можно что-то сделать. Но запросов появлялось больше. Времени, соответственно, у меня появилось свободного больше, потому что запустился курс «Эксперт», там уже все по программе ведется. И, соответственно, я стала думать, что я хочу сделать в 2024 году. И мне как-то пришло вот в медитации, даже не в медитации, я просто сидела, смотрела что-то, и потом на меня хоп, нахлынуло какое-то вот такое ощущение, вот, а что я хочу сделать? И я такая: вот, выезд в Грасс, конференция в Москве, музей парфюмерии и так далее. Вот, и я всегда руководствуюсь какими-то, я верю в то, что меня что-то ведет, направляет в этой жизни, какое-то, может быть, божественное, кто как это называет. Для меня это еще соединенность с миссией, и вот когда из этого состояния что-то делаю, всегда все получается легко, просто и как-то, что говорят, в потоке. Вот, и поэтому я решила, что да, надо это сделать, и более того, за время пребывания в Грассе и на Лазурном берегу я обросла знакомствами хорошими, интересными, то с парфюмерами, с различными полями, там, с музеями, с эвалюаторами, с брендами, которые тоже, да, как бы я понимаю, что можно вот всех объединить, да, и составить интересную программу, да, выездного мероприятия, выездного тура в Грасс. Вот, поэтому, когда я, ну, составляла эту программу, я руководствовалась, скажем так, а что было бы мне, зная, где я уже была, а что было бы мне интересно самой посетить, вот. Я составляла программу как для себя, да, и поэтому составила ее с разных сторон. Вот, потому что, говорю, я и на полях была, и у парфюмеров обучалась, и у эвалюаторов знаю там техники оценки ароматов, и у брендов, да, мастер-классы различные посещала. И все это в той или иной степени интересно и раскрывает кругозор, да, посмотреть, позволяет посмотреть на мир парфюмерии шире.
Поэтому я решила о том, что было бы и неплохо, и было бы интересно устроить такое мероприятие для группы 4-8 человек, которые вместе со мной захотят вот в таком же ключе познать и изучить парфюмерию. И программу, вот я сейчас расскажу по программу, что туда входит, по стоимости, сколько это все стоит и почему она такая. Вот. И, собственно, потом вы позадаете мне вопросы по этой программе. Эта программа начинается, выезд в тур, с 30 мая по 5 июня. То есть, по факту, одна неделя на то, чтобы познать вот Грасс и Лазурный берег. Почему именно эти даты? С одной стороны, мне очень хотелось приурочить это к выставке парфюмерных ингредиентов Симпар, которая как раз проходит 28 и 29 мая, и она будет в этот раз в Грассе, а не в Париже. Это уникальное событие. Вот. И мне кажется, вот, ну, как мои ученики, так и те, кто фанаты парфюмерии, наблюдают за моим блогом, интересно же узнать помимо самих парфюмах и навыков в них разбираться, еще и про парфюмерные ингредиенты и про тренды в них. Поэтому вот эти вот первые два дня я рекомендую для тех, кто соберется в Грасс со мной, 28-29 мая посетить выставку Симпар, вот, которая будет проходить в Грассе. Там два дня, по факту можно на целые дни приходить. Вот, я там буду на этой выставке, с вами со всеми там встречусь, естественно, познакомлю с парфюмерами, с сырьевыми компаниями, вот, ну, чтобы вы тоже расширили кругозор и завязали какие-то нужные для себя знакомства. Вдруг у кого-то какая-то из вас есть цель свой бренд парфюма создать, открыть, производство в Грассе наладить и так далее. Вот все там как раз и на месте познакомитесь, узнаете. Ну и для многих это просто станет источником вдохновения, где, как не на родине парфюмерии, да, как раз такое считается, соприкоснуться вообще с тем самым парфюмерным искусством. Вот. Поэтому первые два дня, да, до еще самой программы, мы знакомимся с сырьем, с какими-то интересными людьми, личностями, со мной тоже в том числе, вот, еще лично. Я для себя так приняла решение, что мне бы хотелось всю программу вас сопровождать и просто вот показать вам ту парфюмерию моими глазами, как я ее вижу. Так, ну, сама программа с 30 мая будет начинаться. Сейчас, наверное, про каждый день поподробнее. Сразу хочу сказать, что каждый день он будет проходить примерно с 9-10 утра до вечера. Вот, поэтому там будет, да, где-то в серединке перерывчик на обед, но в целом программа очень насыщенная. Вот, потому что это как некий тренинг, да, где за 7 дней вы получаете прям классный интенсив. 30 мая с 9.30 утра до 5 вечера мы будем с вами изучать ингредиенты, парфюмерное сырье, которое производится уникально в Грассе. Вот. Да, это тренинг будет проходить у маркетолога парфюмерного, вот, компания Passionné будет вам его рассказывать. Это знакомство с ингредиентами, техники, как мы слушаем эти ингредиенты, что в них, какие оттенки замечаем, как это все там дальше, эти ноты можно услышать в парфюмах, то есть как мы по факту занимаемся в курсе эксперт парфюмерии, только здесь еще такой более расширенный кругозор в плане того, что новые ингредиенты, какие-то из них вы можете знать, какие-то прям совсем-совсем новенькие для вас будут. И уникально то, что вы можете послушать и ту самую розу центифолию из Грасса, и жасмин грандифлорум, который стоимостью 190 тысяч евро за килограмм. Вот. А то есть все, что производится здесь, плюс еще переработанное сырье какое-то уникальное. В общем, крутой первый день мы начнем с знакомства с ингредиентами из Грасса с 9.30 до 5 вечера. А вот, кто там на лендинге, да, на сайте, у меня не написана подробная программа, я ее так озвучиваю. Почему? Потому что вот как бы некоторые тренинги может местами меняться, но в целом, да, программа останется именно такой. Вот, 31 мая там будут два мероприятия. Первое с 9 до 12.30 мы с вами будем посещать воркшоп. Вот, это в 40 минутах от Грасса. Вот, там, скажем так, воркшоп по созданию парфюмов от одного из парфюмеров, Джоэль ее зовут.
Вот, там, получается, будут, ну, несколько парфюмеров сопровождать, и, соответственно, там тоже будут рассказывать про какие-то свои техники, да, с чем они работают, с каким сырьем, показывают лабораторию, как это все обстоит у них, как все сделано, и в результате, скорее всего, это будет что-то по созданию парфюма. Вот, конкретно этот воркшоп, я еще до конца не знаю, что здесь будет, но он очень интересный. Я когда у них была, в их, да, кто смотрел мои в прошлом году, показывала вам сторис, да, это у них очень красивый сад, территория, то есть там то место, где выращиваются эксклюзивные красивые растения, да, там как-то в тандеме и лаванда, и роза, и шалфей, и ветивер, вообще все рядышком растет, как-то они между собой существуют, там такой ручеек протекает, и у них вот отдельно такая лаборатория, куда обычно приезжают, я уже не помню, за какой чек, может быть, там за 30 или 40 тысяч евро, это 300 или 400 тысяч рублей за 1-2 дня. Туда приезжают со всего мира энтузиасты парфюмерии, чтобы там свой парфюм создать вот в этом таком очень красивом уединенном месте. У нас с вами там будет вот целый воркшоп, вот, двухчасовой. Дальше у нас там перерывчик на обед. То есть я была восхищена этим местом. Помню по реакциям прошлого года. Тоже много кто такой замечтал себе, что я тоже хочу такое парфюмерное пространство иметь. Такой парфюмерный домик и сад. Очень-очень красиво там. Значит, потом 31 мая мы делаем с вами перерывчик на обед. И с 2 до 5 вечера у нас будет лекция, тренинг по трендам маркетинга в парфюмерии. В принципе, это тот тренинг, который читают, да, маркетологи для брендов Chanel и других люксовых эксклюзивных брендов, и ситка в том числе. Вот, то есть интересная маркетинговая информация, да, вот, от тоже компании. Зачем это нужно? Чтобы посмотреть на рынок, как он развивается, и услышать эту информацию, да, из первоисточника, да, от европейских парфюмеров. Дальше, получается, у нас с вами будет 2 дня выходных, это с 1 июня по 2 июня, вот, в эти дни, соответственно, так получилось простроить расписание, опять же, потому что не все могут, не все активны, вообще летние месяцы, они самые занятые на Лазурном берегу и в Грассе, очень много туристов, очень много активностей, вот, поэтому, ну, не просто было, скажем так, все согласовать и договориться, но в эти дни 1 и 2 июня, да, я рекомендую вам либо вместе со мной отправиться в путешествие и поизучать Лазурный берег, читают на английском, да, все тренинги будут на английском языке, я с вами буду рядом, так как я лично знакома со многими из парфюмеров, я буду все это переводить и рассказывать, где-то будет еще дополнительно, да, на русском языке переводчик помогать с переводами, вот, но я считаю, что, ну, и по моей практике это очень легко воспринимается информация, очень хорошо расширяет кругозор. В общем, дальше, значит, 30 мая изучаем ингредиенты с 9:30 до 5 вечера и сырье из Грасса, 31 мая с 9 до 12:30 воркшоп, да, в этом парфюмерном пространстве в домике, а потом с 2 до 5 лекция по тренды маркетинга, вот, и затем 1-2 июня, это либо свободные дни, вы можете самостоятельно попутешествовать где-то по Грассу, по Лазурному берегу, поездить по каким-то местам, либо же я вам предлагаю со мной отправиться в те места на Лазурном берегу, которые мне очень нравятся, вот, покажу вам Канны, покажу Ниццу, покажу вам Неро, да, там место, где дистилляцию получают нероли, вот, ну, какие-то, в общем, такие интересные штучки, которые мне самой нравятся, и те, кто наблюдает за моей жизнью на Лазурном берегу, да, вот, тоже для вашего вдохновения, чтобы вы все это посетили, то есть 2 дня, как бы, свободная программа, можете самостоятельно своими делами заняться, вот, и отдохнуть, а можете вместе со мной. Дальше, 3 июня тоже будут 2 мероприятия, с 10 до 3 у нас будет воркшоп по созданию парфюма, вот, да, тоже будет 2 тренера проводить их, вот, тоже посмотрите еще одни техники создания парфюмов, да, чем руководствуются, и мне кажется, это самое интересное, убирать не одну технику, а посмотреть, как разные парфюмеры вот создают ароматы, и даже если вы там не планируете создание своего парфюма,
парфюмерного бренда, но просто вот как бы расширяете некий кругозор и занимаетесь, допустим, продажей парфюмерии, все равно интересно поиграться, да, понять, как, что с чем связывается, как вообще к этому относятся парфюмеры, чтобы понять, что это целое искусство. В общем, с 10 до 3 будет воркшоп по созданию парфюмов еще от одного бренда. Вот. Затем у нас перерывчик, и с 3:30 до 5:30 мы будем с вами посещать, это будет индивидуальная экскурсия для нашей группы, музей International of Perfumery, вот, то есть тот самый музей, в который в Грассе находится, музей парфюмерии, вот, мы с вами как индивидуальной программой туда пройдем, посетим, вот, нам все расскажут, да, если нужна будет помощь в переводе, я рядом, все переведу, все расскажу, вы узнаете как раз про эти перчатки, ароматизацию, почему Грасс реально считается родиной парфюмерии, вот, то есть вот туда пойдем. Я думаю, что там, если у нас останется время, мы еще с вами на фабрику Фрагонар сходим, она там рядышком через дорогу, ну, то есть вот все такие промежуточные мелкие активности, они будут, вот, просто я их не вписала в основную программу, потому что, не знаю, чтобы не планировать и не ориентировать вас конкретно, что это в этот день, это в тот день пройдет, нет, оно немножко будет вот такое в потоке проходить, но все эти активности, они обязательно будут. Дальше. 4 июня у нас с вами будут три мероприятия с 8:30 до 10:30 или с 10 до 12, в зависимости от, то есть когда вот нам еще поближе к дате и от погоды зависит, одобрят, мы будем с вами сады посещать, вот, либо, ну, то есть там на выбор будет в зависимости от, либо вот это вот розовые поля и плантации бренда Dior, вот, либо же там же жасмин выращивают, там же выращивают туберозу, но это она в августе цветет, мы ее не увидим, мы увидим розу во всей ее красоте, пофоткаемся с корзинками Dior, со шляпочками Dior, в общем, так там расскажут уникальные вообще техники, как они выращивают эту розу и что это все в строжайшем секрете держится, вот, либо же, да, и в зависимости от погоды, говорю, там все очень меняется, все подвижно, либо мы будем посещать сады при музее парфюмерии, или то, или другое, как бы посмотрим сами. Вот. Сады, там тоже огромное количество растений, там и розы, и жасмины, и лаванды, и ветиверы, и шалфеи, и чего только нет. То есть это огромные сады, и самое время вот именно как раз в май, июнь начало их посещать, когда все цветет, все пахнет, можно красиво пофоткаться и классно провести время. Там рядом есть очень крутой магазин с, кому интересно, всякие йогические штуки, камни заряженные, энергетики. Девушка прям такая работает с очень сильной энергетикой. Если интересно, это тоже посетим. Потому что там у нас перерывчик будет с 12 до 2:30, это 4 июня. Вот. И вот в это время, да, либо поедим, либо, ну, посетим что-то интересное. Посмотрим, как подберется группа и как мы с вами там будем обо всем на месте договариваться. Я вообще за то, чтобы максимально все посетить, но в то же время, чтобы оно было в удовольствие, в кайф и в наслаждение, потому что, ну, зачем торопиться, когда можно с качеством, с чувством, да, что-то для себя интересное изучить. Дальше, снова 4 июня, второе мероприятие с 2:30 до 4:30. Мы с вами будем посещать бренд Atelier des Ors. Вот, и они будут давать вам некий воркшоп. Я пока сама не знаю, что, не была ни разу у них, но вы наверняка знаете этот бренд. У них флаконы, и там внутри вот это вот как сусальное золото плавает. Ой, господи, плавают такие частички золота внутри. Кто знает Atelier des Ors, напишите плюсики в комментариях, вот. То есть они этот воркшоп согласились организовать и будут проводить. Дальше, там перерыв, то есть с 2:30 до 4:30, и потом с 6 до 8 вечера у нас с вами будет очень крутой винный воркшоп, энопарфюмерный воркшоп, то есть там будет участвовать и парфюмер, и сомелье, вот, которые вас, ну, то есть программу составили парфюмеры сомелье, которые вас будут проводить через дегустацию вин и подбор ароматов винов, как вообще работает ретроназальное восприятие, как все это слушать, получать удовольствие. То есть закончим мы этот день с винной дегустацией, вот, то есть такой план. Каждый день, говорю, очень насыщенный, скучать не придется.
И затем 5 июня тоже два мероприятия. Первое с 9 до 12. Это у нас, я прям просила это сделать, что я считаю, что для моих девчонок это важно. Это сессия по эвалюации, то есть трехчасовая сессия по эвалюации или оценке звучания ароматов. Вот, соответственно, эвалюатор вам будет рассказывать, как, да, вот я присылаю ей там парфюмерные бренды продукцию оценить, да, выявить, да, там, что между собой сходно, что отличаются, какие ноты выбиваются, вот, или вообще оценить, на что это похоже. В общем, я попросила такую сессию эвалюации сделать, вот, чтобы она была вот напрямую от эвалюатора для вас. А затем получается снова перерывчик на обед, и с 2:30 до 4:30 у нас будет чайный воркшоп, чайно-парфюмерный. Вот, я сама тоже участвовала в разработке этого воркшопа, когда в Грассе стажировалась. Вот, мы с вами послушаем, по-моему, там 8 или 11 сортов разных чаев и ключевые ноты, за что отвечают, да, тот или иной чай. Вот, очень крутые там сорта чаев, то, что частично в Грассе происходит, частично нет. И вот мы с вами посмотрим, да, вот как это все коррелирует, как связано. Обычно тоже такой вау-эффект вызывают у слушателей таких мастер-классов. Вы потом, кстати, можете себе как идеи брать вот того, что пройдете, для того, чтобы организовывать подобные мастер-классы, да, у себя, да, в своих городах, в своих странах. Вот, то есть получается у нас такая насыщенная программа на самом деле, очень крутая и очень... Не знаю, я вообще с удовольствием туда поехала, вот, ее попрошла, да, потому что, ну, говорю, я составляла как для себя, а что было бы мне интересно, тут есть все, и, то есть мы, и несколько воркшопов от разных парфюмеров по созданию парфюмов, то есть вы посмотрите разные техники создания парфюмов, лекция по маркетингу по трендам, лекции по изучению сырья парфюмерного, сессии по эвалюации оценки звучания ароматов, визит, да, в историю, музей парфюмерии, потом на поля мы с вами поедем, вот, и два крутых воркшопа, да, для того, чтобы, ну, то есть вы себе новые какие-то впечатления набрали, идей для, там, проведения своих мастер-классов, эно-парфюмерный, то есть винно-парфюмерный воркшоп и чайно-парфюмерный воркшоп, в общем, ну, такой вот достаточно крутой список, я считаю, вот, то есть мы все это, с чего раскладывалась цена. Да, стоимость вот этой всей программы, она стоит 1800 евро или 180 тысяч рублей. Из чего она складывалась? Просто из того, что мне цену назначили парфюмеры, эвалюаторы, сколько у них услуги стоят. Я раскидала это на группу, получается, 8 человек, и вот такая получилась цена. Вот. Я считаю, вот опять же, если сравнивать с тем, что предлагаются, какие предлагаются услуги вот на рынке, да, именно в Грассе, да, на какие-то тренинги, то это прям, ну, супер привлекательная цена, чтобы что-то изучить и поучиться, да, в таком, в индивидуально-групповом формате, да, все-таки группа небольшая, потому что, вот, допустим, тренинги по 2-3 часа в день, да, исходя из вот пятидневной программы от ИСИПКО, да, от которой вам просто научат, да, покажут какие-то ноты, как там что-то сделать парфюм, но вы не станете при этом парфюмером и не изучите такую обширную программу, то у них стоит 2500 евро за вот такую пятидневную программу, то есть 250 тысяч рублей. Вот. То, что показываю вам я программу, здесь, ну, намного больше, мне кажется, намного интереснее. И она может охватить вот те сферы, во-первых, те, кто продают парфюмы, вот, вы для себя новую информацию получите с точки зрения ингредиентов и с точки зрения там, каких-то визитов, проведения мастер-классов, общения с парфюмерами, с эвалюаторами по оценке звучания. Кстати, да, мы там будем тоже оригинал-подделка сравнивать, вот, с точки зрения, как это своим носом определить. Для тех, кто хочет создавать парфюм, тоже классно, с парфюмерами познакомитесь, с производителями сырьевых компаний, все это ручками попробуйте посоздавать, разные техники изучите, то есть такое вот для обширной аудитории. Но для тех, кто энтузиаст парфюмерии, тоже, мне кажется, будет интересно, потому что, ну, если вы, это ваше любимое дело, то где как ни в одном месте это все найти, да, и вот за один раз все послушать и пройти. Вот, в общем, поэтому такая
такая программа. Что скажете, что думаете, напишите просто в комментариях, чтобы я понимала, какие у вас впечатления и ощущения. То есть это первый день, это первая, короче, часть, это вот все, что касается Грасса. Естественно, я сюда не стала включать разные бесплатные активности, которые мы и так с вами там пройдем. Что это значит? Это экскурсия по Грассу, я вас проведу еще по всем бутикам, да, и познакомлю со всеми парфюмерами, которых знаю в Грассе лично. Вот, они там сделают свои презентации брендов, да, расскажут о себе. В общем, я вам весь этот город, во всей его, потому что я там 7 месяцев жила, я его презентую вам во всей его красе. Вот. И, ну, это просто, ну, в программу не включено, но мы это так или иначе в перерывчиках будем делать, да, в свободное время со всем этим познакомимся. Вот. Я почему эту программу не прописывала так подробно на сайте, чтобы вот не было такого, что в этот день мы четко это делаем, в этот день только то делаем. Нет, все, что я вам проговорила, оно обязательно будет, только может быть немножко по дням сдвинуто. Вот, потому что достаточно, опять же, непросто было всех организовать под вот то, что я запланировала. Вот, сюда не входят билеты, то есть как добираться, авиабилеты, поездом, где вы живете, да, здесь придется самостоятельно на это приложить усилия, как-то разузнать, что-то сделать. С точки зрения визы тоже сюда не входит, но здесь, если для визы нужно какое-то письмо о том, что вы едете на тренинг, на какое-то обучение, то мы можем его подготовить от компании, да, и вам прислать. Вот, с визой у меня есть контакт, кто может поможет ее оформить из Москвы, вот, проверенный источник, но эти все вопросы для тех, кто заинтересовался поездкой, мы будем обсуждать с вами в закрытом чате Telegram, да, только там те, кто реально соберется, чтобы, ну, по существу там общаться, и не с каждым в отдельно в личной переписке, а со всеми, чтобы, ну, решать это в групповом формате и быть максимально, ну, полезным. Моя задача вам здесь, то есть я на себя не стала брать еще и с визой дела, вопросы решать, и с авиабилетами, потому что, говорю, все из разных стран полетят, у всех какая-то своя ситуация будет, и, ну, опять же, говорю, я за парфюмерную часть хочу отвечать, а все остальное, я думаю, мы все с вами взрослые люди и сможем как-то организоваться. Но если какие-то нужны, говорю, рекомендации с точки зрения, где, в общем, визы помощи, да, вот здесь, да, могу предоставить контакты и помочь, да, в чем-то, вот, в письме, допустим, в составлении приглашения, если оно необходимо, вот, с точки зрения жилья тоже здесь, с точки зрения жилья, как я могу помочь на месте с кем-то договориться, да, вот, подтвердить ее жилье, забронировать для вас, да, вот, потому что у кого там оплаты, да, уже в рублях, если в России, да, вот, если нужно как-то все сконвертировать, да, тоже это могу сделать для группы, могу помочь договориться. Но опять же, кто-то выберет жить один, кто-то выберет там, не знаю, может быть, вы все вместе в домике мы объединимся, ну, вы объединитесь снимать, я не знаю, это мы будем решать уже как бы по мере, ну вот как бы да, хочу, окей, дальше кооперируемся, объединяемся, я вам здесь чем могу, тем реально помогу, вот, потому что мне хочется такое организовать и хочется, чтобы вы тоже остались довольны. Вот, поэтому пока я здесь живу, пока есть энтузиазм все это проводить, пользуйтесь этим, вот, и опять же, вот с точки зрения какого-то досуга, тоже покажу все те места, которые нравятся мне, если вы доверяете моему вкусу, вот, мы с вами поплаваем в морюшке, естественно, позагораем, на острова, может быть, соседние съездим, вот, вкусно где-то будем кушать, вот, если так все получится, и организуется вот в эти свободные дни 1 и 2 июня, я планировала с французами устроить вам отдельно дегустацию вина и сыров, чтобы и шампанского, чтобы вас вот познакомить с этой французской культурой. Ну, опять же, если это будет интересно, мы договоримся и как бы все это организуем. Вот, то есть питание сюда не включено, проживание не включено, и как бы билеты, авиабилеты тоже не включены. Но вся программа и трансферы между городами соседними, да, куда-то, куда нужно, ну, туда включаются, и билеты в музеи тоже включаются, вот, а все остальное это уже как бы по потребностям. Сколько по стоимости, что по деньгам брать с собой, ну, я бы взяла, не знаю, еще где-нибудь 100 тысяч или 200 тысяч рублей, просто чтобы оно было на случай, если что-то хочется купить, докупить, привезти, еще что-то, вот, просто чтобы они у вас были, да, для комфортного времяпрепровождения, вот.
Так, это получается вот эта первая часть поездки в Грасс. Дальше я составила на случай, если вам это будет интересно. Вот, следующую часть поездки — это Париж. Вот, она будет, соответственно, с 6 по 9 июня. Тоже меня в Инстаграм кто-то спрашивал о том, что, типа, блин, а еще с вами в Париж хотелось бы поехать. Вот, потому что, типа, ну, я понимаю это желание, что вы там получаете визу, хочется как бы выехать и захватить максимально все успеть. Поэтому тоже предлагаю такую вот вторую часть, это поездки в Париж под моим руководством, да, провести вас через различные парфюмерные бутики, экскурсии, в общем, места, особенно для тех, кто наблюдал, да, за моими реалити в разных городах, в разных странах, когда я посещала разные парфюмерные бутики. Знаю, что много кто хотел бы со мной это все пройти, посетить. Вот, поэтому мы с вами сделаем то же самое, но в живом формате, познакомлю вас с разными парфюмерными брендами. Вот, по моей, в общем-то, такой авторской, я не экскурсовод, но просто, говорю, мне нравится этим заниматься, просто под моим руководством мы пройдемся по крутым местам, покажу вам все то, что нравится, и съездим, соответственно, в Версаль еще в соседний, если нам удастся попасть в Осмотеку, я тоже ее пока в программе не заявляла, но если нам удастся попасть туда, и я забронирую туда визит, то мы тоже обязательно пойдем туда и послушаем винтажные ароматы, вот. Что там по Парижу? Если мы с вами едем из Кан или из Грасса, туда идет прямой поезд, который 5 часов с половиной идет. Может быть, вы наблюдаете за мной, как я туда сейчас каждые 2 недели в этот Париж гоняю. То есть мы рано утром, около 7, по-моему, утра, выедем и приедем где-то в 12 дня в Париж. Вот, да, соответственно, позавтракаем, вот, и потом в отель заселимся, да, посмотрим, как мы все снимем, да, или апартаменты общие, либо там вот номера в отеле, то есть нам нужно договориться заранее, да, чтобы вот это все с вами организовать. Но, говорю, группа небольшая, 8 человек, мы с вами, мне кажется, легко себе справимся со всем этим. Вот, да, то есть мы с вами бронируем жилье, вот, где-то там располагаемся, вот, завтракаем или обедаем, и потом идем, соответственно, на Эйфелеву башню, что я там еще в первый день планировала, еще какие-то интересные места и точки для фото посещаем, расскажу, где лучше классно сделать фотографии, рилсы, что-то там заснять, вот, и все следующие дни у нас с вами посвящены, соответственно, посещению парфюмерных бутиков, то есть 5-7 бутиков в день мы точно с вами осилим, если нас хватит силы, то и больше будет, то есть, получается, 7, 8, 9, вот эти вот 3 дня мы с вами еще посещаем, ну, где-то 15 или 20 парфюмерных бутиков, да, чтобы вы познакомились с ДНК бренда, чтобы вам сделали, провели через дегустацию, знакомство с брендом. В Париже это очень классно умеют делать консультанты, поэтому мы с вами вот прямо в таком формате и поступим. На один бутик где-то около часа у нас будет времени, я думаю, уходить. Вот, потом, чтобы подышать и меняться впечатлениями, чтобы было комфортно, говорю, 5-7, наверное, вот в день этого будет вполне себе достаточно. Вот, дальше, если, говорю, получится, то мы с вами со Смотекой договориться в Версале, вот, там же находится тот самый институт ИСИПК, в котором обучалась, то мы с вами едем в один из дней в Версаль, едем туда на целый день явно, вот, туда недалеко ехать от Парижа, ну, максимум час у нас займет, тоже на поезде, вот, мы посещаем с вами там тогда Осмотеку, вот, парфюмерную библиотеку, туда нужно будет индивидуальную нашу экскурсию заказать, и потом получается Осмотеку, вот это вот State of Mind, посещаем бутик, и там же с парфюмером, создателем бренда знакомимся, нас проводят через всю экскурсию, там мы дегустацию делаем, очень красивый бутик, вот ароматы, посвященные чаям, там же у них там можно покушать пироженки, в общем, сделать всю эту красивую чайную церемонию. Вот, посещаем вот этот Версальский дворец, шато, вот, он тоже очень красивый, там такие лабиринты классные, классно летом посещают, солнце выглядит очень красиво, вот, его посещаем и обратно возвращаемся тогда в Париж, вот, ну и, соответственно, распределяем нагрузку, самое ключевое мне для вас там, в Париже, показать все классные парфюмерные места, бутики, возможно, мы еще экскурсию во Фрагонар сделаем, она там бесплатная, просто там для группы мы договоримся там в определенное время визит.
Вот, посетим универмаги 2, галерею Лафайет и Бон-Марше. Вот, там, где нишевые бренды расположены. Они очень красивые для фото, для контента. Прям наснимаете себе много всего. Вот, ну и дальше, получается, 9 числа мы с вами прощаемся. Вот, там кто-то из Парижа может обратно улететь к себе домой. Вот, кто-то, да, допустим, куда-то нужно вернуться в Грасс или куда-то еще, возвращайтесь, ну, а я там к себе на Лазурный берег, да, получается, буду возвращаться, вот. То есть такая программа будет в Париже 6 по 9 июня, вот. Значит, в Грассе мы начинаем с 30 мая по... и стоимость парижской программы будет 300 евро, то есть это 30 тысяч рублей с человека. Вот, тоже вполне такая доступная цена. Я говорю, я просто это делаю на своем энтузиазме, потому что мне нравится и хочется с вами поделиться. Вот, с точки зрения, в общем, давайте по датам скажу еще раз. С 30 мая по 5 июня это Грасс, с 6 июня по 9 июня это Париж. Можно выбирать только Грасс, можно выбирать только Париж, можно выбирать все вместе, если вы хотите, вот, со всякими билетами, организационными вопросами. Это мы с вами в Телеграм, да, чатике, кому интересно, будем все обсуждать и решать как бы совместно, может, там совместно созвонимся и простроим, да, чтобы всем было удобно, комфортно, да, как-то жить. Потому что знаю, что у меня есть люди, кто и не в России живет, и кому удобнее так как-то добираться и своим ходом все организовать. Кто-то, да, из России, кому-то надо с кем-то скооперироваться, поэтому как бы все вместе будем обсуждать. Чем раньше мы с вами определимся, тем будет круче. Почему? Потому что на Лазурном берегу вот сейчас уже с апреля месяца начинается сезон. Там на все идет повышенный коэффициент. На жилье, ну, на жилье особенно. Поэтому вот с точки зрения жилья я очень сильно переживаю. И в наших с вами интересах найти все как бы как можно раньше. Вот. По оплате можно оплачивать в евро, можно оплачивать в рублях, тоже сделала для вас такую опцию. Кто оплачивает в рублях, да, соответственно, я просто это потом конвертирую своим там способами через криптовалюту, вот, для того, чтобы, в общем, все это перевести и заплатить в евро, да, всем парфюмерам, да, за всю эту организацию. Вот, то есть вот такая вот схема. Поэтому, да, если у вас есть вопросы, то задавайте, а так в целом все рассказала. Вот, кто готов, пишите, да, и начинаем уже с вами обсуждать. У нас уже в группе там несколько человек есть, кто изъявил желание, что поедет. Вот, тоже я первая просила всех послушать сначала эфиры, программу, чтобы понять вообще вам, не вам, то, сколько это все стоит, сколько с собой там денег взять и так далее. И вот, чтобы уже приняли решение. На начало июля что-то планируется? На начало июля? Нет, у нас мероприятие вот с конца мая, с 30 мая по 9 июня, вот. А на другие даты невозможно договориться с парфюмерами, с полями, еще с кем-то. Я говорю, это очень сложно. Если займетесь самостоятельно этой всей организацией, вы просто можно потонуть. Я 2 месяца, блин, все это обсуждала. Вот честно, мне казалось изначально, ну, легко. Ну, ты знаешь людей, вот с ним с это согласуй. А нет, блин, это во Франции это отдельная бюрократия, вот, чтобы все организовать. Но благо, это есть, все решаемо, поэтому так. Вот, кто готов, прослушала цену. Цены на сайте указаны. В общем, с Грасса у нас цена, которая с 30 мая по 5 июня, это 1800 евро или 180 тысяч рублей, или в рублях, или в евро можно оплатить. Вот. Цена на Париж — это с 6 по 9 июня, это 300 евро или 30 тысяч рублей. В стоимость включено вот все мероприятия, которые я вам озвучила, посещение, но не включены авиабилеты, транспортные ЖД-билеты, да, кто как добираться будет, жилье, где вы будете проживать, и питание, соответственно. Вот, на вот это вот, на это и на подарки, может быть, какие-то, на сувениры, да, вот и на это нужны будут отдельные деньги. Все остальное, вот там все посчитано, как тренинг выездной программы. Вот идет. Угу. Вот, для тех, кому, говорю, с визами, с чем-то нужна помощь, тоже в чате нужно будет это все решить, чтобы понять вообще, успеете, не успеете эту визу, кто из России поедет.
успеете, не успеете получить ее. Вот. Здесь говорю, как бы я вообще с удовольствием рада вам прийти на помощь, рассказать, что как, почему. Вот. Поэтому после эфира я просто перейдите в мои сторис Инстаграм, там идет ссылка на сайт выездной тургрупп раз. Вот, соответственно, вы туда перейдете, там есть кнопочка нажать на Телеграм, вот, и вы там в Телеграм в нашу группу попадаете, и мы там обсуждаем уже с вами все вот это вот участие, куда как, проживание и так далее. А вдруг больше группа будет набираться, тогда как? Нет, группа 8 человек и все. Ну, то есть, как она набрана, больше, к сожалению, невозможно взять, потому что Грязь — маленький городок, и вот все те помещения, где будут проводиться там мастер-класс и так далее, там максимальная вместимость 8 человек, поэтому приедет только, ну, то есть только 8 человек, больше никак. То есть я это утвердила с парфюмерами, со всеми, и плюс там с автомобилями, трансферами и так далее, и ну, невозможно просто расширить. Я тоже изначально планировала больше сделать, где-то 10-12, но мне сказали, что нет, что 4-8 человек. Человек и все. Ну, я такая, ну ладно, хорошо. Вот. Я буду все равно везде вас сопровождать, фотографировать, снимать, вот, контент для вас делать, где нужно переводить, естественно, потому что я много чего знаю, уже это все прошла. Очень интересное место и программа, поэтому завидую вам. Может, уже предоплату надо? Давайте в чатике, вот, кто будет, все, да, вы переходите в Телеграм. Я сейчас просто, ну, у меня сегодня запланировано 2 прямых эфира, где я рассказываю про этот мероприятие. То есть сейчас в Инстаграме провожу эфир, дальше в Телеграме то же самое буду рассказывать для слушателей, у кого нет Инстаграма, но для Телеграма. Вот, и вы пока просто переходите, вот, по ссылке сайта, короче, в чат Телеграм, и потом уже там сегодня-завтра мы с вами решим, когда там созвониться, вот, все вместе, ну, или как-то там пока в переписке, в общем, все это организовать, и с оплатами в том числе, там все в этой группе решим, вот. А без знания английского и французского, наверное, будет не так интересно. Ну, здесь, мне кажется, больше зависит от вас самих и какого-то желания, потому что вот я, когда сама ездила обучаться парфюмерии, вот, я просто вспоминаю свой опыт, это какой год это был? 17-18 год, когда я впервые, да, у меня было знание английского языка, но когда я впервые поехала вот за рубеж обучаться у парфюмеров во Франции, у меня в группе были девчонки, которые вообще не говорят на английском языке, но и при этом мы отказались от переводчика. Во-первых, он реально безумно дорогих денег стоит, там ценники очень большие на переводчика. Вот. А во-вторых, ну, то есть, когда тебе объясняют и говорят, там, ингредиент какой-то, на, послушай, да, это роза, роуз, да, многие вещи становятся понятны. И парфюмерия — это, мне кажется, язык ароматов, запахов, какое-то вот восприятие, ассоциации, нежели чем, ну, реально, где нужно много знать какого-то сленга и терминологии. Вот, поэтому вот как я вот наблюдала за девчонками, кто не знает английский язык, как они обучались, достаточно легко и интуитивно было понятно, что с чем, как, почему. Более того, я там рядышком с вами буду, и я буду переводить, вот, опять же, говорю, я на хорошем общении, на хорошем контакте с парфюмерами, с эвалюаторами, вот с теми, кто эту программу будет вести, вот, и как бы они спокойно ко всему этому относятся. Вот, то есть паузы будут делать, где нужно, когда нужно перевести. Я думаю, что мы справимся. Все просто зависит от какого-то, может быть, вашего комфорта, ну, что типа, да, мне нормально, я могу, или если прям совсем дискомфортно, понимаете, что не для вас, ну, наверное, не стоит тогда этого делать. Вот, где-то вот себе внутри ответьте на этот вопрос, комфортно, некомфортно, но если спрашивать меня, я ничего страшного в этом не вижу, вот. Более того, вот когда я работала в Грассе, у нас были группы китайцев, которые прикатаются, да, которые приезжали, и они специально просили, они не знают французского, но они специально просили провести тренинг на французском языке, чтобы, типа, прикоснуться с французской культурой, да, хоть как-то что-то там понимать и так далее. Было забавно, конечно, но я так вот подумала за ними, наблюдая, тоже в этом что-то есть.
Вот. Угу. Да, хорошо. Есть у кого еще какие-то вопросы? Если есть, то задайте. Если нет, то я буду с удовольствием рада видеть каждого в этом путешествии в Грасс. Вот, потому что, говорю, с большой любовью составляла программу, реально вот договаривалась, вот как будто бы для себя. То есть я как думала о том, что вот если бы у меня была такая возможность приехать во Францию, вот, то я бы хотела все как-то компактно посетить в одном месте. Ну вот, и создание парфюмов, и эвалюацию, и маркетинг, и сырье, и так далее. Вообще все-все узнать сразу в один день, чтобы мне вот этих впечатлений хватило на какой-то там годы вперед, потому что, ну, не у всех есть возможность прям реально выезжать и надолго, и посвящать себя парфюмерии. Вот, и вот из этих целей была составлена программа. Да, говорю, она будет интенсивная, поэтому, ну, интенсивная, но очень интересная. И что еще хотела сказать здесь по этой программе? Да, что приезжайте заранее, вот, лучше с 28 по 29 мая на Симпар нам нужно зарегистрироваться, вот, для того, чтобы уже там заранее парфюмерные ингредиенты поизучать. И если у нас с вами еще получится с группой, вот, все, если приедут 28-29 заранее, там у нас будет девушка одна, женщина, да, создатель вот этих вот игр, карты, да, парфюмерные. Сейчас покажу. Вот эти вот мастер парфюм. Вот, она как раз едет на эту конференцию, в общем, на мероприятие в Грасс. Вот, мы можем тоже я могу с ней договориться, попросить, она может для нас с вами какую-то игру с картами провести, не знаю, по трендам маркетинга, почему-то еще, показать вам, как с этими картами вообще обращаться. Вот, тоже, я так думаю, почему бы и нет. Ну вот. Ладно, это уже какие-то мои творческие задумки, все будет зависеть от, не знаю, от группы, от желания нашего с вами классно провести время. Все, я тогда, раз вопросов не вижу, либо там в личные сообщения мне задайте, либо перейдите в телегу и там задайте вопросы. Кто хочет еще раз послушать всю информацию про тур, да, который будет в Грассе и в Париже этим летом, вы можете сейчас в мой телеграм перейти, там я расскажу то же самое, может быть, немножко другими словами, но ту же самую программу анонсирую для слушателей Телеграма. Все, целую, обнимаю, хорошей вам недели, классных впечатлений и до встречи. Пока-пока.